Привет, друзья, подписчики на канале Антон Лимон. И сегодня я хочу вам показать одну комбинацию, которая мне понравилась из-за того, что она была дикобочная. Недавно я снимал обзор на Flyer Dragon, сейчас он комбинации. У меня это Flyer Valkyrie. И мне понравилась одна комбинация здесь. Вот этот набор, если наберется 3 лайка, я сниму обзор. Не скажу сейчас, что это за набор. Для основания мы возьмем Гран от Вальки. Утяжелитель Вейн, как там с Вейн, вот такой, от сваренный номер. Вот. Чип возьмем от... вот этот вот флэр. Мне понравилось, потому что они по цвету очень похожи. Здесь грузим блиц от слэш марки. И драйвер от Рэквин. И чтобы вы понимали, насколько силочки. Вот настолько сильные щелчки. Я сейчас поставлю арену. И его будет сильно сильно. Это хейс. Сейчас. Хотя бы так я попробовал поставить. Я его попробую пути в шторм Пегаса. Первый раунд. Попробую. Вперед. Выбил. Молодец. Не знаю, посмотрим, тут боёшка размешанная. Давайте будем вот такой комбинацией. Рок Диаболос. Диск от Флайера. И... да, я буду теперь Флайер Драгон называть Флайером. И... Вперед. Так, поставлю, наверное, флайеру выносливый режим. Вперед. Взрыв. Еле нашел детали, серьезно. Ладно. Погнали. Отомстил. Молодец. Попробуем мою комбинацию. Только я детальки поменял. У него теперь 2-0 драгона. Ну, дракона драйвер. Но он до сих пор крутится налево. Может, это выжил. Погнали. Извините, ребят. Продолжаем свой норм тестировать. И, ребят, правда, что пока вот этот фон, потом будет все попробую красный взять фон. Это будет немножко сложно, но я попробую это делать. Давайте, я не знаю, есть подруга. Давайте быть в конец. Не знаю. Что есть конец. Конец.
погнал. Давай. Конец выиграл, молодец. Ну, хотя, по-моему, выиграет. Ну ладно. Давайте против. Я не знаю, ребят, я даже тут еще эти бои. Давайте против этого феникса. Ну, он мне очень сильно нравится по комбинации. Советую всем. Самое. Самое, что не отбило. А то кто смотрел прошлый ролик Dead Phoenix против Фахнера? Там Рама Дед Феникса выкинула его самого. Я могла и Фафнира выкинуть, но... выкинула. Ладно. Если вам понравился вот такой Флайер Дракон... Фу, какой... Эйс Драгон. Такой комбинация, которого сильные щелчки. Блиц Реквием. То ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.